Всем привет! Здесь мы собираем конструктор от Lemma Toys, и сегодня соберем танк-хищник. В набор входит клей, наждачка, 9 резинок, которые понадобятся в ходе сборки, плюс 5 резинок запасных, 984 детали конструктора и подробная инструкция. На каждой странице в инструкции вы увидите места расположения нужных нам деталей. Для удобства каждая деталь в плашке пронумерована. В углу на первой плашке вы увидите три вида вспомогательных инструмента, которые понадобятся нам в ходе сборки. Для таких неровностей используем наждачку. Некоторые детали расположены внутри других деталей. Просто извлеките их и отложите до нужного момента. Остальные 4 собираем по аналогии. Обращаем внимание на расположение деталей. Для того, чтобы деталь под номером 7 легко входила в отверстие, обработайте ее наждачкой. На этом этапе мы должны совместить круглое и крестообразное отверстие.
обращаем внимание на отличие деталей и их расположение. Для извлечения тонких деталей из плашки используем вспомогательный инструмент. Круглые детали легко достаются прокручиванием. Обработайте наждачкой детали под номером 32 и 31. Делаем то же самое еще 4 раза.
Две оси с деталями под номером 31 идут на крайние колеса. То же самое делаем еще 4 раза. Остальные клеим по аналогии. Используем вспомогательный инструмент для ровной склейки. Клей не должен на него попасть. Собираем еще 3 таких же колеса. Фрагменты, отмеченные крестиком, нам не нужны, их можно выбросить. Таких колес собираем 10 штук.
С остальными проделываем то же самое. Остальное собираем по аналогии. Сборки гусениц клей нам не понадобится. Обращаем внимание на расположение деталей. У нас должно получиться две цепочки по 40 звеньев. Таким же образом замыкаем вторую цепь. Детали, которые расположены внутри деталей под номером 53 и 54, откладываем в сторону.
обращаем внимание на отличие деталей. С другой стороны собираем по аналогии в зеркальном виде. Деталь под номером 72 просто вставляем. С другой стороны собираем по аналогии в зеркальном виде. Обращаем внимание на отметки и их расположение.
убираем лишние фрагменты плашки с детали под номером 95. Деталь под номером 93 должна быть расположена параллельно граням детали под номером 97. Обращаем внимание на отметки в виде стрелочек. Обращаем внимание на расположение деталей.
другой стороны делаем то же самое. Для того, чтобы не сломать детали под номером 116 и 117, используем вспомогательный инструмент. А также вспомогательным инструментом убираем излишки клея. Обращаем внимание на расположение деталей.
берем одну резинку и складываем ее в один раз. С другой стороны делаем то же самое в зеркальном виде. Обращаем внимание на отметки и расположение деталей.
остальные клеим по аналогии. Остальные клеим точно так же. Обращаем внимание на расположение фрагментов башни.
вторую клеем по аналогии. Остальные снаряды собираем по аналогии. Вторую подставку под пулемет собираем точно так же. Стараемся ровно совместить круглые отверстия.
Если у вас вдруг порвалась резинка, вы легко сможете ее заменить. Готово! У собранной модели вращаются башня, пулеметы, колеса и гусеницы, поднимаются и опускаются стволы пушек, открываются люки, а также подвеска с амортизацией. Пушка танка хищника заряжается и стреляет снарядами из фанеры. Дальность стрельбы до 10 метров. При желании игрушку можно раскрасить, а чтобы посмотреть или заказать этот и другие конструкторы, переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал и соцсети Lemma Toys. Пока-пока!